Так каким образом знаменитая компания грабит создателей контента YouTube? Очень просто. Знаменитая компания создает множество неких мелких компаний под разными именами. В данном случае это компания One More Music Publishing, о которой в поисковике Google совершенно нет никакой информации. Эта компания в данном случае на мой ролик заявила права. Точнее, даже не на видео, а на аудиоряд. Посмотрев мой ролик 32 тысячи раз, пользователь оплатил этой компании некие деньги. То есть я ролик создал, а некая компания их получила. Каким образом это произошло? Когда я в 2014, по-моему, году сделал этот ролик, после стремительного набора просмотров вдруг объявляется какая-то некая компания и заявляет, что звуковой ряд принадлежит ей. Я осознаю, что звуковой ряд содержит, так сказать, некую брендовую дорожку. Вот. Я согласился. Что это означает? Это означает, что, размещая рекламу в моем видео, зарабатывала эта компания. То есть 32 тысячи раз, посмотрев мой ролик, деньги упали на счет этой компании. В масштабах одной единицы, в данном случае меня, это небольшие деньги. Но представьте себе количество роликов, размещенных в YouTube, с так называемым контентом, который кому-то принадлежит. Нехилый заработок, правда? В данном случае была возможность снять видео, каким образом я справляюсь с такими претензиями в мой адрес. И это видео доказывает то, что мои предположения в данном случае верны. И доказывает то, что эта компания в течение целого года собирала мои денежки в одно лицо. Угадайте, какая это компания? Правильно, она самая. Поэтому эта знаменитая компания, а точнее, с этой знаменитой компанией не все так просто. И для чего я это, собственно, говорю? Если вы являетесь создателем, скажем так, контента в YouTube, к звуковым дорожкам надо относиться очень внимательно. Иначе ваш труд, а трудом я называю тот факт, что вы потратили время на съемки, монтаж и озвучание, могут пройти даром. Как в моем случае с очисткой металлического фильтра. И это не один ролик, созданный мною, который я отбил у неких таких, я их называю, говноправообладателей. Это в масштабах одной единицы, то есть одного меня, кажутся небольшие денежки. Но в масштабах всей Земли, представьте себе, сколько эти ребята поднимают на этом. Когда в комментариях я слышу, что кому-то не нравится звуковое оформление, вы просто даже не вдумываетесь, как это все работает. Вы думаете, наляпал, положил, заработал. Нет, все не так. Это постоянная работа, которая требует времени, внимательности и ума. Хоть какого-то. Я всего лишь этим видео призываю вас к внимательности и призываю вас бороться с теми, кто нас грабит. Поэтому будьте внимательны и не давайте врагу зарабатывать на вас. Все, пока.